Добрый день, любители футбола. Приветствую вас на стадионе «Янтарь», где только что начался матч Чертанова с Родино в рамках первенства Москвы среди ток-шоу. Играют футболисты 96-го года рождения. Составы играющих команд. Родино. Футболисты «Золотой помни». Вратарь. Илья Стеблюк, номер 1. Владислав Трачков, номер 17. Денис Кирюгян, номер 4. Алексей Подоляка, номер 5. Виталий Барсук, номер 7. Дмитрий Полгаев, номер 13. Никита Мымрин, номер 8. Евгений Васекин, номер 12. Дмитрий Душин, номер 3. Дмитрий Камилин, номер 20. Дмитрий Демидов, номер 9. Хозяева, футболисты Родино. Играет сегодня первый форме. Вратарь, Алексей Кузнецов, номер 1. Александр Солдатенко, номер 6, капитан команды. Владимир Посиделов, номер 5. Антон Гоман, номер 3. Кирилл Алабердин, номер 2. Денис Якубов, номер 8. Юрий Довезен, номер 22. Антон Зиньковский, номер 17. Егор Руковский, номер 14. Эльмир Нурисов, номер 1. Максим Майорович, номер 15. Thank you.
Нет, 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 нет
Давай. Бей! Ёлки-палки. Ага. Да. Только что выпили, я 2 на 1. Два в одного выходили. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Менеджер ворота Кремнёва забил Антон Дмитровский, номер 17.
сейчас вот подписали сейчас туда.
Давай, давай, давай.
Мяч в ворота Трунино забивает Юрий Демельон, номер 22. Алло. Да, Леонид Владимирович. Да, да, конечно. 12:20, да, сейчас второй тайм начался. 2-0 ведем. Да, да, да. Отличная игра. Да, да, все тут. Все. А, хорошо. Человек со сборки, который
Ну, тут больше. Thank you.
Вообще,
Thank you.
как и с ним переносит. Забьет, идет к вечеринке. Забьет, честно говоря, тоже второй, когда он забьет. Молодец. Нет, сейчас.
сделано все хорошо. Просто вышел на замахе, все проводил. Но а ну, я когда с другого ракурса порой смотрел, но короче, начал читать. Он делал шаг в дальнюю углу, а потом уже не успел снять. Ну, хотя бы ногу подставил. Попал туда, понял. Он получился, он на ней стоял, да, ему видишь, так не сложится, а ногу он выкинуть из-под себя не успел, и получился, вот он проспал. Он пытался, предугадать пытался, попал.